Значит, торксостекло оказался очень поганый материал. Тут надо очень сильно соблюдать режимы резания, иначе собираются на кончике фрезы бабышки пластиковые, которые не дают ничего резать. Из-за этого происходит вот такая порча. Значит, сразу большую подачу делать, видимо, бесполезно. Пробую обрезать по контуру, что получится. Запускаю. Вот такая вот гуля. Вот какое оргстекло. Поганый материал. Это просто ужас. Это все отлетает, разлетается во все стороны. Что-то я там вырезал, ну еще сейчас открутим, посмотрим. Вообще что-то такое получилось, не супер качественно, есть косяки, как оказалось, очень поганый материал оргстекло. Вот, ну и как бы не дорезал я, чтобы не портить площадку. Сейчас я это просто беру вот так выдавливаю. То есть я не дорезал 0,2 миллиметра. Остается у нас такая рамка с облойчиком. Ну и такая вот рамочка. В общем, попытка гравернуть обычным сверлом, потому что фрезы двухперы и одноперы у меня нету. Посмотрим, что будет делать обычное сверло. Глубина гравирования 0,1 миллиметра. Пробуем. Вот что получилось по итогу. Вот. Ставила здесь запасик такой снизу, не просто так. Сейчас, значит, положу вот так вот, прогрею феном и попробую загнуть, чтобы сделать подставочку. Значит, вот что получилось после загиба феном. То есть просто прогревал вот это место и обгибал вокруг стула. Да? Но это еще как бы не все. Не все, что задумано. Вот. Значит, есть у меня еще вот что. Такая вот жменька завцацок. Значит, что здесь есть? Есть кнопочка, два светодиода, выдранных с чайника фиолетового цвета. Ну и два резистора. Сейчас посмотрим, что мы из этого сделаем. Значит, взял, спаял, тупо два светодиода, резисторы на 50 Ом, подключены параллельно, ну и батарейки такие, типа как с лазерной указки. Спаял, паять только кислотой, ну вот как бы проверка, вот они загорелись. Два параллельно работают, светит довольно ярко, но тут как бы светло не сильно видно. Значит, сделал такие вот пропильчики. Конкретно лобзиком детским этим для подделок. Ну и соответственно планирую вот так вот под коннекте здесь два диода, светодиода фиолетовых. В общем, смотрим, что получится. Значит, вот так что получилось по итогу. Разместил здесь батарейки, резистор, кнопка включения,
резистор, ну и светодиод. Вот как это все врубается. Ну вот как выглядит это в темноте. Сейчас выключено, сейчас включено. Такая вот прибуденька. Вот. Вживую выглядит, конечно, намного круче, чем сдалека. В общем, попытка фрезернуть алюминиевую такую пластинку, фреза кафельная, вот, съем всего 0,2 мм, запускаю. Значит, подытожить то, что получилось. В принципе, на площадке выровненной гравирует нормально. То есть, как с оргстеклом проблем нет, потому что металл хорошо охлаждает фрезу. Вот. Значит, для того, чтобы вот линейку прилаживал, насколько это все относительно мелко, да? То есть, это надпись 5 сантиметров длиной. Вот это где-то 6,5. Вот, значки минимальные вообще тут. Где-то 3, самый маленький 3 миллиметра, а это где-то 4, самый большой 18-19 миллиметров. В принципе, качество допустимое, мне понравилось. Значит, я ни разу не показывал вообще, как я это все подготавливаю. Ну и сильно как бы показывать тоже не буду. Это очень довольно длительный процесс. Суть в чем? Есть у меня такая вот картинка высот, которую я уже обработал, подготовил. Здесь мы видим ангелочка вот такого вот. Значит, не тянет у меня бук в одновременный запуск и симуляции, и значит программы Bandicam. Держу в руке. Значит, вот фигурка. Сама. Вот ее 3D вид. То есть заранее все можно посмотреть, то, что должно получиться. В общем, сейчас попробуем высший пилотаж сделать 3D модель из дерева. Здесь слева у меня, смотрите, уже забита черновая обработка, чистовая. Все заранее в этой программе можно симулировать. Вот так выглядит визуализация черновой обработки. То есть сейчас показывается путь движения фрезы. То есть вот она оставляет выборки.
Вот. В общем, сейчас по итогу вот должна получиться вот такая вот многослойная система. Вот видно, да, разного уровня. После этого мы производим чистовую обработку. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот, пошла чистовая обработка. То есть вот она идет, моделька потихоньку вырисовывается. Вот, ее часть уже есть. Пошла чистовая обработка дальше. Я сейчас сделаю. Мы увидим дальше. Обработка продолжается. Ну, в общем, примерно как-то вот так. То есть, по сути, заранее можно посмотреть, что у нас получится. В общем, все спрашивают, можно ли сделать 3D-модель. Значит, на площадку мою выровненную поставил кусок деревяшки, поставил для меня крутую блатную фрезу, дорогую, она мне единственная, увы. Сейчас будет производиться черновая обработка со снятием жирка на всякий случай миллиметрового. Пока черновая, но и в процессе смотрим. Запускаю. В общем, предварительная черновая обработка вот так выглядит. Видно разные уровни, да? В общем, смотрим, что по итогу получится. Во-первых, фреза, конечно, для этого не годится. Вот. Второе. Неправильно, возможно, выбрана стратегия вдоль дерева. Обычно надо делать поперек. Вот. Не знаю, может попробую сейчас какой-нибудь шариковой фрезой это все исправить. В общем, изменю сейчас стратегию фрезерования. Вот. Теперь будет поперек древесины ходить. Не так вот вдоль, а поперек древесины. Поставил шариковый бор такой. Шариковый. Прикольно. Не ожидал такого эффекта. Даже наждачкой обрабатывать ничего не надо. Нижняя плоскость от сферической фрезы вообще вон идеально ровная. Сама фигура, конечно, где-то что-то имеет, но это все-таки не чистовая фреза и не фреза для 3D моделей. Я думаю, опыт удался на славу. Ну, для первой поделки, я думаю, вообще шикарно. В общем, ставим лайки.